Всем привет! Меня зовут Анастасия, мы находимся в студии «Океан». Сегодня у меня в руках инструмент молодого мастера Артема Гусева. После 4 лет работы на фабрике «Ньютон» Артем решил заняться изготовлением мастеровых гитар. У Артема изготовлено 9 инструментов, 3 из них у нас на обзоре, поэтому следите за нашими обзорами. Инструмент под номером 9. Верхняя дека выполнена из массива кавказской ели. Нижняя дека и обечайки выполнены из массива клена. Гриф выполнен из красного дерева и усилен вставкой из венки. Накладка на гриф – африканское дерево мирбао. В грифе установлен анкер двустороннего действия. Покрыта гитара глянцевым лаком. Мензура у инструмента стандартно 650 мм. Сам гитара сбалансирована, звук раскрывается быстро, имеется хороший сустейн как на басах, так и на дискантах. Из этого инструмента можно достать много тембральных оттенков, у него хороший динамический запас. Басы получились насыщенными и выразительными, верхние голоса яркими и сочными. Чтобы получить полное впечатление от инструмента, приходите знакомиться с ним вживую.